благодарность такая за слово «так». Так, содержание, повстречав оформление. А как так? Об этом нам рассказывал предыдущий куплет, 7-й. Это «и полным вниманием своим и сердечным, и взором, и слухом обратившись к содержанию и оформлению». Что именно так, повстречав, что именно вот в этом формате встречи вся соль, вся суть, повстречав, подсказывает тоже о том, что само действие встречи с песней, встречи с открыткой, с аппликатурами, это именно подразумевает и мое участие активное, шаги навстречу, старание, усердие. В этом слове какая-то легкость есть еще. Повстречав. Повстречав на пути. Вот у нас путь, игра уже идет. И что действия игры уже начались. И такой элемент легкости, что повстречав, и еще нас встречи ждут еще впереди. И еще будут встречи у нас в этой игре. В пространстве, в просторах сказочного мира. Вот именно такие глубокие встречи. Именно такие глубокие, именно такие сердечные, содержательные. Это так естественно. Говорит о дружеской встрече. О том, что повстречать можно друга. И вот тут говорится о том, как важно встретиться и с содержанием, и с оформлением. Сначала отнестись к содержанию, и тут же к оформлению. В том, что и то, и другое несет суть. Высвечивает уникальность и творчество. И произведения, и предложенной музыкальной игры, соответствие содержания и оформления. И чтобы это ощутить, важно повстречаться. А повстречаться значит делать свои шаги навстречу. Соединяется содержание и оформление, и в то же время идет такое, ну, как будто бы продолжение плавного такого движения вперед и очень добрый, дружеский тон. Повествование, потому что, ну, говорили уже об этом, так тепло и так сердечно рассказывается о том, что, в общем-то, на самом деле должно было произойти, и что сейчас происходило, и можно свериться с этим. Как сказочное повествование, такой язык такой сказочный и красивый, как сказка складывается, и такой интересный путь, который, по которому идешь вместе с инструкцией, как открываешь шаг за шагом. Такая значимость каждого шага и возможности. Вдохновляет обратить внимание, что в сказочном мире очень важно все-все, каждый элемент. И еще вот сам колорит инструкции к игре, он наполняет содержание такой сказочностью, такими волшебными чувствами. Это очень дорого и ценное, такие красивые атмосферы, и который одухотворяет все, делает живым в том числе и атрибутику игры. Текст песен, содержание песни, открытка, аккорды, гитара. Полное ощущение живых друзей, встречи прям с живым. И вот этот элемент сказочности, он очень ценен. Очень хочется играть в такую игру, где такое отношение ко всему, где вот элемент волшебства присутствует. Вот это очень вдохновляет, и за это огромная благодарность.